Еще свыше 70 участков автодорог местного значения в Северо-Казахстанской области повреждены весенним паводком и требуют ремонта. На их восстановление нужно более миллиарда тенге. По-прежнему разрушенным остается 100-метровый участок республиканской трассы Жезказган-Петропавловск возле села Новоишимское. В апреле потоком талой воды смыло трубу и образовался овраг. На днях туда провалился автомобиль. Водитель, по всей вероятности, не заметил предупреждающих знаков. Движение сейчас осуществляется по объездному пути. Сейчас выделено 247 миллионов из республиканского бюджета для восстановления этой трубы и дополнительно еще трех. Тендера разыграны, подрядчики определены. Все остальные участки на республиканских дорогах восстановлены.